неожиданно для самого себя вдруг захотелось сделать анализ вот этого вот нового нашего туристического чуда музея Шульган-Таш. Я предварительно говорил о том, что мы поедем его снимать. И вот сегодня мы выбрались в Шульган-Таш, в Бурзянский район, село Стар-Субханкулово. Поездили, посмотрели на этот Шульган-Таш. Но давайте обо всем по порядку, потому что туристические маршруты – это всегда непросто, и есть разные-приразные аспекты. Любой туристический маршрут, любой туристический продукт надо оценивать с точки зрения трех составляющих. Это транспортная доступность, наличие туристической инфраструктуры, ну и, собственно, контент содержания самого туристического объекта. Вот по этим трем показателям мы и пройдемся, оценивая привлекательность и возможность путешествия внутри Башкирии в пещеру Шульган-Таш. Ну, начинаем с транспорта. Ехали мы на автомобиле Уфа, Стара-Субханкулова. 5,5 часов не торопясь занимает эта дорога. Качество дороги, конечно, разное, прямо скажем. Есть ужасные участки, похожие на сплошную шумовую полосу. Есть идеальные участки, которые положен асфальт буквально вчера и нанесена разметка. В общем, есть над чем работать. Я бы оценил примерно пропорцию хорошей и плохой дороги как 70 в пользу хорошей и 30 в пользу плохой. Соответственно, дорога, конечно, еще требует внимания, требует работы. Единственное, что скажу, что с каждым годом действительно направление в сторону Стара-Субханкулова становится все лучше. Теперь туристическая инфраструктура. Гостиница, в которой мы живем, называется Юлбарс. Я не первый раз в ней останавливаюсь, знаю о ее существовании, немногие знают, что она есть. Это странная гостиница, абсолютно не похожая на все, что мы видим в Стара-Субханкулова. Гостиница, ну, реально такая хорошая трешка, если бы там еще был ресторан или вообще хоть что-нибудь бы еще было, кроме самой гостиницы. Отличные номера, правда, стоимость, конечно, абсолютно уфимская, нормально можно жить примерно за 5000 в сутки, недешево, согласен, но условия очень хорошие. Полное отсутствие какой-либо инфраструктуры в самой гостинице, нет ресторана, нет даже холодильника с водой или там газировкой, сигареты, пиво, это все невозможно. В самом Стара-Субханкулова, насколько я знаю, есть 3 кафе, но я видел открытым только одно. Местные говорят, что иногда и оно по выходным тоже не работает. В общем, в этом смысле абсолютный ноль. Везите с собой продукты, продумывайте, как вы будете питаться, потому что, ну, вот как-то так. Есть еще одна особенность, которая, ну, пожалуй, что можно считать ее внезапной и нерегулярной. Это то, что в Бурзянском районе, в целом, во всем районе, на эти выходные выключалось электричество с 8 утра до 8 вечера. На пятницу и субботу. Не знаю, может быть, и в воскресенье так будет. Я, честно говоря, был поражен. То есть, слушая там доклады Алана Марзаева о том, что у нас тут кое-где иногда выключают свет, и то не дольше, чем на там 8 часов. Здесь вот, Алан Викторович, здесь на 12 часов, как из пушки выключают. Местные говорят, что это происходит регулярно. Как только появилась замечательная вот эта солнечная электростанция здесь на горе, с тех пор раз в месяц на 2 дня выключают электричество в Бурзянском районе. В целом, ни в одном населенном пункте, в целом. Потому у вас в номере не будет работать кондиционер, у вас не будет горячей воды, у вас не будет света, если он вам нужен, или там электричество, чтобы зарядить свои гаджеты и ноутбуки. Так что вот к этому приготовьтесь, надеюсь, что с этим как-нибудь справятся. Но, как известно, Шульган-Таш, Капова пещера, находится не в Стара-Субханкулова, нужно еще туда ехать. Ладно, переночевали, отдохнули, надо ехать. По опыту прошлых лет, я помню эту адскую дорогу, щебенка, которая пылила до небес, это примерно 38 километров от Стара-Субханкулова до самой пещеры. В этот раз, конечно, я был приятно удивлен, дорога, ну, прямо как в Европе. Понятно, что постелили ее буквально вот позавчера к приезду дорогого Ради Фаритовича, к открытию вот этого музея, но, как бы там ни было, дорога реально идеальная. 38 километров ты пролетаешь на любой скорости, какую можешь себе позволить или которую вам позволяет ваш здравый смысл. Абсолютно идеальное покрытие, ехать, ну, реально меньше получаса, прекрасно и очень удобно. Ну и, собственно, сам Шульган-Таш. Бывал я там несколько раз до появления этого музея, бывал и в самой пещере. Ходили слухи, что теперь в пещеру никого не пускают и все ходят только в музей. На самом деле это не так, я вам отвечаю ответственно, только что оттуда приехав. Экскурсия в саму пещеру сохранилась как такой, какая она была раньше.
На второй этаж, второй ярус пещеры туда не пускают уже давно, и попасть туда нельзя. Но по первому ярусу есть там маршрут почти 400 метров, по которому водят экскурсоводы, дают фонарики. Все это входит в стоимость билета. Билет посещения вот этой экотропы и самой пещеры смехотворные 500 рублей стоит. Это очень мало, на самом деле, я считаю, для такого вот объекта европейского уровня важности и интереса. Соответственно, наверное, цену можно было бы приподнять. За это, конечно, надо было бы, например, сделать освещение на первом ярусе пещеры, что, собственно, наверное, возможно, потому что первый ярус никакой научной ценности не представляет, он изолирован. Как бы атмосферно изолирован от второго яруса, соответственно, вреда никакого от этой подсветки не было бы. Но определенный антураж сохраняется, конечно, в этой темноте. Страшновато, жутковато. Мне эти спелеологические экзерсисы никогда не нравились. Теперь о том, что же теперь там изменилось. Вот с последних лет появился вот этот шикарный, красивый, огромный музей. Действительно, какой-то талантливый архитектор проектировал это здание, потому что контур фасада абсолютно ассоциативно наводит на мысли о входе в саму пещеру, в тот самый портал, как его называют экскурсоводы. В общем, очень здорово это все придумано. Хорошие материалы, хороший проект. Слава богу, нам повезло, что и иностранные специалисты, которые все это дело проектировали и строили, они успели поработать у нас здесь до того, как мы отказались от всего земного в пользу всего божественного. Соответственно, значит, здорово получилось. Вот правда, и снаружи, и изнутри. Вход в музей 300 рублей. Ходить там можно только с экскурсоводом. Экскурсоводы нам понравились очень. Вот конкретно Григорьев Николай Николаевич, такой есть экскурсовод, я специально запомнил его имя, чтобы вам о нем сказать. Вот чудесный парень, совершенно с юмором и очень, очень интересно ведет экскурсию, рассказывает, показывает и прочее. Есть одно, конечно, соображение у меня. Музей этот не академический, и он, в общем-то, скорее не про пещеру Шульгантаж, хотя там много об этом. Это такой познавательный музей для детей. Он очень интерактивный, там много что можно делать руками, можно там самому рисовать наскальные рисунки на интерактивных экранах и прочие такие штуки. Там очень много вводной информации, касающейся древнего мира и вообще древнего человека. Это все важно и полезно знать детям, потому приходит на ум такая мысль, что вообще Министерство образования, наше башкирское, теперь просто обязано организовать регулярные поездки детей, школьников со всех уголков Башкирии именно вот сюда, потому что этот музей, эта дорога и вот это все должно быть достоянием детей. Надо перестать таскать их по всем этим милитаристским праздникам и всяким разным паркам «Патриот», где детям прививают понимание того, что убивать людей это вполне себе допустимо. Водить нужно детей вот сюда. Они должны изучать историю родной республики, историю страны, историю земли на примере вот этого уникального объекта. Я напомню, что таких объектов с такими наскальными рисунками в мире всего три. В Испании, во Франции и в республике Башкортостан, здесь у нас в Шульганташе. Уровень и количество рисунков абсолютно непревзойденные именно здесь, в Шульганташе. Нигде в мире, ни в Испании, ни во Франции нет изображений верблюдов, многих других вещей. Вот эти странные закономерности и прочее, прочее. Это все безумно интересно и важно. И важно это дать детям в определенном возрасте. Не надо им давать в руки автомат, дайте им понимание того, как развивался мир, куда он двигался, и, возможно, они его двинут потом, уже когда станут взрослыми, после нас двинут его в правильном направлении, а не то, что мы. Выводы. Ехать сюда надо. Даже если вы когда-то были, теперь тут есть повод приехать снова в Шульганташ, чтобы посмотреть вот этот вот музей. Поездка обойдется в среднем на человека, если вы едете на машине, в среднем 7-8 тысяч. Это с учетом ночевки вот в этом замечательном отеле Юлбарс. Или, может быть, у вас есть какие-то еще варианты, хотя тут, конечно, с постоем все очень плохо. Кроме этого отеля практически ничего нет, есть несколько турбаз, но мест на них, на этих турбазах летом точно нет. В общем, заранее нужно бронировать. Так что всех приглашаю, всем рекомендую, рекомендую делать это с детьми, постарше, скажем, 6-7 лет, потому что совсем маленьким это вообще ни к чему. Мы видели тут много маленьких детей. Они, конечно, бедные, устают, им, ну,
страшновато, неинтересно, где-то что-то совсем мимо ушей пролетает, но вот после 7-8 лет точно можно ребенка сюда везти. В общем, я тут как бы противоречу самому себе, конечно, могу сказать, что да, и в Башкирии есть на что посмотреть, но и туристическому нашему кластеру точно есть над чем работать. Обсуждая транспортную доступность, нужно, конечно, тут понимать, что вот дорога дорогой, качество дороги мы уже обсудили, но тут есть еще один коварный нюанс. Примерно, когда вы отъезжаете километров на 200 от Уфы, вы уже окончательно теряете возможность ориентироваться по указателям. То, что наделал господин Авзалов в качестве вот этих вот туристических указателей, так называемых, я подтверждаю, их действительно есть. Их действительно много. Рядом с Уфой их совершенно катастрофически много. Зачем они подряд друг за другом стоят, одни и те же, непонятно. Но есть один нюанс. Когда все это написано бежевым по коричневому, то вот, ну, горе, это нечитаемо. Шрифт нечитаемый. То, что там написано, ну, может быть, и важно, но нигде почти не указано расстояние до объектов. То есть эти указатели абсолютно неинформативны, нечитабельны и стоят непонятно где. Вот у них есть три больших недостатка, в остальном они хорошие. Давно известны вот эти правила дизайнерские, там контрасты, размеры шрифтов, цвет шрифтов. Все это давно проработано, разработано. Это не бином Ньютона. Тут не надо нанимать голландскую фирму, достаточно нанять одного какого-нибудь такого средней руки Эгенсона, он вам все это дело нарисует. В общем, нет, Рустем Ахметкаримович, не получилось у вас с этими указателями, надо их переделывать, это безобразие. И еще про указатели. Теперь уже указатели того, где что находится, именно географически. Да? Уже в Белорецком районе указатели стоят наоборот. Они стоят спиной к проезжающим машинам по ходу движения, соответственно, невозможно. Вот поворот на Старую Субханкулову найти невозможно. Только промахнувшись, значит, дорогой, вы попадаете, значит, на неправильную дорогу, возвращаетесь и, наконец, можете прочитать этот указатель, потому что теперь он к вам лицом. Это вообще фантастическая вещь. Так что будьте бдительны, разведывайте дорогу заранее, загружайте всякие Google карты, интернета здесь практически нигде на дороге нет. Ну, а сами понимаете, в Старой Субханкулово нет электричества по выходным. Запасайтесь пауэрбанками и так далее. Значит, ну, вот как бы есть такие рекомендации.